Югре стартовал второй этап снятия ограничений. Напомню, на прошлой неделе глава региона Наталья Комарова подписала соответствующее постановление. С сегодняшнего дня в регионе откроются магазины непродовольственных товаров. Кроме того, возобновят работу социальные учреждения и организации доп. Образования. Также разрешены совместные занятия спортом в фитнес-залах при соблюдении дистанции. С сегодняшнего дня смогут работать и общепиты. Это летние кафе, веранды и террасы. При этом между столами должно быть расстояние в 1,5 метра. Кроме того, теперь разрешены стоматологические услуги. Добавлю, отныне гражданам, которые возвращаются из отпуска, не нужно соблюдать 14-дневную изоляцию.